Добро пожаловать, друзья, в мое новое видео о 10 стратегических играх, которые точно стоит попробовать. Сегодня я подготовил для вас подборку увлекательных, захватывающих игр, в которых вам придется проявить свои тактические и стратегические навыки. И если вы готовы окунуться в мир увлекательных приключений, лайк, подписка и погнали! Реус 2 – продолжение довольно популярной игры, где мы в роли главного героя, обладающего сверхсилой, займемся созданием и развитием цивилизации. Создавай уникальную команду своих титанов, научись правильно комбинировать имеющиеся природные элементы, а также развивай человеческую цивилизацию, стремительно продвигая ее по пути эволюции. Ты можешь с нуля создать идеальный мир, а затем заселить его по своему желанию, сформировав процветающее общество. Основа игрового процесса заложена в управлении теми самыми гигантами, которые и будут постепенно формировать планету, доводя ее до совершенства. Задача может показаться простой, но затем ты поймешь, что предстоит контролировать множество аспектов, а также стараться не допускать ошибок, ведь они повлекут за собой непредсказуемые последствия. Man of War 2 – динамичная тактическая игра, которая основана на многопользовательском режиме. Это уже вторая часть серии, являющаяся продолжением первой части, которая готова вновь окунуть нас в захватывающие, но в то же время довольно опасные события, связанные со временами Второй мировой войны. Игроку необходимо в полной мере проявить свои навыки тактического планирования, а также постоянно их модифицировать, ведь чем дальше он проходит, тем сложнее будет становиться испытание. Продумайте действия наперед, подключайте смекалку и быстродействие, ведь именно это позволит добиться поставленной цели. Враги будут самыми непредсказуемыми, поэтому нужно позаботиться о боевом арсенале, чтобы в нем всегда находилось мощное оружие и атрибуты защиты. Поклонников проекта порадует наличие выбора между разнообразием режимов, где каждый сумеет найти для себя что-то интересное. Что касается графики, то она продумана на отлично и позволит с головой окунуться во всю суть происходящего. Окружение поддается полному разрушению, что обеспечивает максимальную реалистичность. Fabledom – яркая в своем исполнении игра, разработанная в жанре градостроительного симулятора, которая точно понравится любителям спокойного и размеренного геймплея. Событие отправляет нас на просторы мира, который был основан на детских сказках, где мы создадим собственное поселение с необычными и такими знакомыми жителями. Изначально у тебя будет небольшой городок, который с твоей помощью превратится в настоящий мегаполис. Игра порадует именно визуальной стилистикой, которая позволит объединиться с красочной природой игры и полностью погрузиться в происходящее, следя за тем, как бурлит жизнь обычных горожан. Сам игровой процесс достаточно разнообразен и дает тебе массу возможностей по достижению той или иной цели, а поэтому ты всегда сможешь найти для себя что-то интересное. Ты будешь не только заниматься сбором ресурсов, исследованием локаций и развития города, но и следить за состоянием местных жителей, стараясь удовлетворить потребности и желания каждого. От Sparks An Automation Adventure – увлекательный симулятор с потрясающим фэнтезийным миром, который познакомит вас с очаровательными спарксами и присоединит к их приключениям. Существа не помнят своего прошлого, но из уст в уста древние передавали историю о некой искре, которая и породила все живое. Отправляйтесь на ее поиски, а вместе с этим познавайте мир вокруг себя, знакомясь с необычными возможностями этого нетривиального измерения. Приключения зовут, осталось лишь принять этот вызов и выдвинуться навстречу неожиданным открытиям. Разработчики скомбинировали механики нескольких жанров, из-за чего проект получился смесью из песочницы, адвенчуры и симулятора. Исследуйте биомы и близлежащие территории в поисках полезных материалов, а также автоматизируйте процессы. Пополняйте библиотеку крафта новыми механизмами и экспериментируйте с их комбинациями в попытке отыскать оптимальное решение для доставки ресурсов к вашей базе, которая постепенно из небольшого поселения превратится в полноценную деревню. Necrosmith 2 – возвращение культового симулятора некроманта, который позволит вам погрузиться в мир магии, мертвецов и незабываемых приключений. В этой увлекательной игре вам предстоит создать собственную армию мертвецов, собирая различные части тел и комбинируя способности фантастических рас. У вас будут неограниченные возможности для экспериментов и создания самых сильных и уникальных персонажей. Ну и конечно же, некромант без своей башни не некромант. Вам придется улучшать свою башню, строить новые комнаты и создавать предметы интерьера, чтобы сделать ее по-настоящему уникальной и неприступной. И не забудьте про индивидуальный стиль. Настраивайте внешний вид своей башни и покажите всем, кто здесь главный. Мир игры создан по принципу процедурной генерации, а это значит, что каждый раз вы будете сталкиваться с новыми вызовами. Пробирайтесь через орды врагов, берегитесь ловушек и расширяйте свои владения в мире, который полон тайн и опасностей. Как настоящий некромант, вы можете оживлять мертвецов и дарить им новую жизнь. Затем отправляйтесь с ними на исследование мира ночью, только вы и ваша армия, готовы столкнуться с самыми страшными и опасными существами. Днем вам придется отбиваться от орд врагов, которые пытаются разрушить вашу башню и покончить с вашими экспериментами. Будьте настороже и используйте все навыки и способности, чтобы отразить атаки и защитить свою армию.
Dice Kingdoms – это фантастическая игра, которая совмещает в себе неподдельный азарт и бросание кубиков с пошаговой стратегией, где от ваших лидерских качеств зависит исход королевства. Откройте для себя необычную вселенную, где вы выступите в качестве короля. Приступайте к строительству и обустройству собственных владений с помощью нестандартной механики. Ведите захваченские войны, а также примите непростые решения, от которых зависит судьба королевства и мирных жителей. Цель игры предельно проста – построить самое процветающее королевство, приобретая ресурсы, строя здания и формируя могучую армию. При каждом новом запуске игроки начинают с рандомного набора кубиков и случайно сгенерированного игрового поля, где вам предстоит орудовать в качестве предводителя. Игра состоит из нескольких раундов, каждый из которых делится на три фазы – бросок, действие и очистка. Бросайте находящиеся в руках кубики и наблюдайте за тем, какие события вам выпали. Вы в силах воспользоваться тем, что показали кости, или же перебросить их в надежде на более благоприятный результат. Но будьте осторожны, ведь попадающие черепки увеличивают шанс природного катаклизма. Sons of Valhalla – это стратегическая игра, которая успешно сочетает в себе элементы экшена и отправляет нас в мир эпохи викингов. В роли главного героя, храброго и бесстрашного воина, мы отправляемся в далекое путешествие, чтобы спасти свою возлюбленную из лап зловещего врага. Будьте готовы столкнуться с множеством смертельно опасных испытаний, встав на путь мести, сражаясь с множеством противников и раскрывая темные тайны. Со временем вам нужно будет постоянно совершенствовать навыки своего героя, чтобы сделать его более мощным для дальнейшего уничтожения более сильных противников. Вам также понадобятся навыки стратегического планирования, чтобы думать наперед и избегать ошибок, которые могут привести к необратимым последствиям. Путешествуйте, сражайтесь, преодолевайте препятствия и делайте все возможное, чтобы вернуть свою возлюбленную и отомстить за смерть ее отца. Графика игры проста, но пропитана захватывающей атмосферой, частью которой может стать абсолютно каждый. Songs of Silence – сюжетная стратегическая игра, действие которой разворачивается в двух разных фэнтезийных мирах, которым угрожает всепожирающая тишина. Сюжет игры развернется перед вами в мире, раздираемой войной, в котором вам выпала роль возглавить одну из враждующих фракций, чтобы привести ее к победе. Вы должны исследовать мир, собирать ресурсы, расширять города, выставлять мощные армии и вести их к победе над вражескими силами, постепенно завоевывая их земли. Фракция, которую вы выбираете, определяет ваш стиль игры и влияет на диапазон имеющихся у вас возможностей. Так, например, некоторые фракции могут быть искусны в магии, а другие в стали и чисто. Хотя управление королевством пошаговое, сражение происходит в реальном времени и достаточно динамичны, и часто длятся всего около минуты. На выбор предлагается множество разнообразных юнитов – пехота, монстры и осадные машины. На выбор дается сотни карт, начиная от сжигания дотла целых городов и заканчивая распространением пожирающей жизнь тишины. Возможности практически безграничны. Умелое их использование может изменить ход многих сражений. По ходу игры ваша колода расширяется за счет карт, представляющих принадлежащие вам локации и героев под вашим командованием. Игра предлагает обширную сюжетную кампанию и режим, посвященный одиночным сражениям. Godsworn – это фэнтезийная стратегия в реальном времени, действие которой происходит во время северных крестовых походов. Захватывая контроль над божественным героем, собирая поклонников, созывая великие армии смертных и мифических существ и разгроми своих врагов, чтобы доказать свою правоту во главе этих земель. Овладей различными божественными героями, каждый из которых обладает своим набором способностей. Герой получает уникальных юнитов и здания в дополнение к тем, что есть у фракции, что делает каждого из них уникальным в своем стиле игры. Защищай своих последователей и пылай огнем солнца, как богиня Сёл, или атакуй под прикрытием тьмы, как богиня луны Менес, или же присоединись к ордену и порази язычников, как архангел Михаил. Memoria Polis – симулятор с упором на градостроительство, где вы пройдете огромный путь длиною в 2500 лет. Начните с небольшого поселения в период античности и развивайте его не просто до города, а настоящего мегаполиса своего времени. Принимайте сложные решения, справляйтесь с последствиями своих действий и развивайтесь, ведь только так вы сможете добиться небывалых высот и даровать процветание местным жителям. Пришло время заложить основу своему городу и вместе с ним пережить самые критические моменты истории. Memoria Polis понравится всем любителям обоих жанров, ведь разноплановый геймплей не даст заскучать, а процедурная генерация некоторых событий запросто застанет врасплох даже самых подготовленных игроков. Игра проверит вашу выдержку и умение работать с холодной головой, не принимая необдуманных решений, ведь один неверный шаг запросто приведет к необратимым последствиям. На протяжении всего прохождения вы сможете разблокировать все новые механики, которые разнообразят и в равной степени усложнят игровой процесс. Пройдите путь от античности до эпохи просвещения, где каждое столетие преподнесет вам все больше испытаний, которые кардинально отличаются друг от друга. К счастью, для достижения целей вы сможете использовать не только логическое мышление, но и творческий подход, стараясь воплотить все свои задумки в жизнь.
Спасибо, что провели время со мной и посмотрели мое видео. Надеюсь, что моя подборка вдохновила вас на новые стратегические подвиги и приключения. Не забудьте поделиться своими впечатлениями в комментариях и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые увлекательные видео об играх. Удачи в ваших стратегических баталиях и до новых встреч, друзья!